любая техника буджурю сочетает в себе, может исполняться как бы с тигриным по способу тигра и может исполняться по способу журавля. Мы сразу будем как бы показывать эти вещи. Например, какое-нибудь движение. Скажем, легче всего это сделать на системе защиты, то есть вот обычный блок. Этот блок может применяться как тигриная техника, тогда что это означает? Тигр животное мощное, поэтому он всегда в центре. Что значит в центре? В момент удара вы не обходите противника, а отводите силу в сторону за счет внутренней энергии мощи и применяете вы в центре противника вокруг вас. Вот как бы еще раз тигриная техника. И то же самое журавль. Журавль относится к скользящей силе. Это не сила, которая отводит к пути, а сила скользящая. Например, вот это применение журавля. И любое действие в буджурю, оно может быть либо тигриным, либо журавлиным. Например, тигр. Это как бросок. Или может быть сразу атака. Еще. Здесь. Или может быть как журавль, когда вы не отводитесь силы, а проскальзываете вокруг него. Тогда это будет не.